Ну и, конечно же, главное предложение дня сегодня стартует в рубрике «Мода». Нам говорят синоптики, что это лето будет аномальным. Что говорят врачи? Больше пейте воды, сидите в тени и одевайте головные уборы. Что говорим мы, стилисты? Нужно выбрать для себя легкие костюмы и больше движения. Ведь движение – это у нас с вами возможность жить. И, конечно же, костюм от брендов сегодня Симона будет представлен как главное предложение дня. Это у нас с вами два в одном. Мы сразу получаем по одной цене 2499 рублей, элегантный жакет-рубашка и мягкие удобные брюки на эластичной резинке. Тонкая ткань, которая называется дубайским льном, за счет 85% льна и 15% вискозы дает возможность ощутить ту самую прохладу, которой славятся именно торговые центры знаменитых Арабских Эмиратов. Ну и, конечно же, мы сегодня вам предлагаем анималистический принт, точнее отсутствие принта, что придает нашему образу изысканности и легкости. На основе такого костюма мы можем с вами создать именно свои уникальные образы, ведь это у нас с вами база. Ну и, конечно, давайте выбирать цвета. Эксклюзивно сегодня представлены 7 оттенков. Вот такой насыщенный красный оттенок по версии Института Пантон называется у нас с вами «Адреналин Раш», что означает «выплеск у нас адреналина». Следующий оттенок – это сиреневый. Институт Пантон его называет у нас с вами «Орхидея», либо можно назвать его «Цифровая лаванда». Нежный желтый цвет, illumination, означающий осветляющий или пробуждающий. Ну и, конечно же, классический синий цвет, цвет электрик, будет называться в заказе. Институт Пантон его называет суперпозитив, то есть суперпозитивное настроение. Зеленым оттенком у нас с вами можно назвать английский сад. Он будет называться зеленый в заказе. Вот такой цвет ментола Институт Пантон называет зеленая изгородь или стиль дорблю. Ну и, конечно же, оттенок голубого. Называется регата, который подчеркивает именно ДНК бренда Симона, ведь он олицетворение морского стиля, бриза, легкости и нежности. Кстати, напомню, сегодня, сделав заказ на 3999 рублей, вы можете получить подарок эксклюзивный. Первый из 6 ароматов от бренда Франческо Фьора, который тоже отражает эстетику легкости и бриза. Теперь давайте выбирать размеры. У бренда Симона стандартная размерная линейка от 48 до 62 размера. Мы с вами сразу сделаю опережение. Мы забираем с вами костюм как минимум на размер больше. Теперь давайте его померяем и точно в этом разберемся. 52 размер у меня здесь рядом со мной. Меряем с вами досконально. 21-22 сантиметра полуобхвате. Мы получаем с вами удобное плечо. Длина втачивания рукава 53 сантиметра. Плечо до втачивания 16, то есть идеально подходит для верхнего типа фигуры. В 52 размере у нас с вами по груди рубашка 63 сантиметра. Делаем вывод, что дамы верхнего типа фигуры выбирают размер в размер по талии 65 сантиметров и по бедрам. А дамы нижнего типа фигуры будут выбирать по брюкам и забирать на размер больше. 5 сантиметров эластичная резинка, по зоне паха 35 по передней полочке, 40 по задней полочке, и бедро в 52 размере в острой части 38-39 сантиметров. Потенциал до 40, то есть 160 можно получить у нас с вами по бедру. Поэтому делаем вывод. Дамы верхнего типа фигуры могут забирать размер в размер, а дамы нижнего типа фигуры выбирают на размер больше для себя, чтобы брюки сидели комфортнее. Теперь давайте разбираться на моделях. У нас сегодня хороший состав. Брюнетка, русые волосы, 1,75 м, 1,80 м, размер 52, 54 и 50. Вот Оля выбирает для себя 54 размер, чуть свободнее сидит на ее 52. На ростовку 180, смотрите, как идеально садится. Брюки при этом не короткие, но и не длинные. Рубашка закрывает паховую зону, асимметрия по нижней полочке у нас с вами. Светлана выбирает для себя голубой оттенок в своем 50 размере, хотя можно выбрать было и на размер больше. Он все равно сидит мягко, удобно и свободно. Выбирайте для себя. Теперь давайте разбираться, что такое у нас с вами
комплект «Двойка». Это ваша выгода. Цена 2499 рублей, сразу делим пополам. То есть мы с вами получаем менее 1500, точнее даже 1250 рублей за рубашку-жакет и 1250 рублей за брюки. Плюс мы здесь получаем уникальный состав 85% льна и 15% вискозы. Что это дает нашему костюму? Во-первых, лен – это органический, натуральный, достаточно дорогостоящий продукт, плюс гипоаллергенный и достаточно износостойкий. Но у льна есть свой минус – он выбивает краситель, очень сложно поддается окрашиванию и, конечно же, самое неприятное – он очень сильно мнется. Поэтому присоединяется к нему вискоза, которая дает ему растяжимость, пластичность, гибкость и лучшее проникновение красителя и пигмента в основу волокна. Поэтому делаем вывод. Костюм будет не выцветать, долго сохранять оттенок, менее заминаться. А если и будет заминаться в уголках сгиба рук, колена или ягодиц, это будет очень деликатно, мягко и нежно. Ну и плюс, конечно же, данный состав дает возможность льняной костюм продолжать носить даже когда закончится лето. Ольга Владимировна у нас из города Ижевска оставила свой комментарий. Обожаю ваши эфиры моды, всегда очень жду новинок, сегодня буду смотреть вас весь день. Я много раз уже покупала вещи от бренда Симона, мне очень нравится этот бренд. Я с вами согласен, бренд действительно у нас с вами уникальный. Бренд, пожалуй, один пока что, единственный, который держит стабильность в эстетике ДНК, выдержки цветовой гаммы, выдержки идеологии, ну и, конечно же, качество материалов и размерной линейки. То есть многим нашим брендам, его, как говорится, коллегам, можно у бренда Симона поучиться. Давайте напомним с вами цвета. У нас с вами сегодня их 7. Красный оттенок, вот такой адреналин Rush, вы видите как раз на Оле, выброс адреналина, красный в заказе. Также можно выбрать сиреневый, он называется аметистовая орхидея. Синий цвет электрик, это у нас с вами супер позитив оттенок. Цвет нежно-зеленого или цвета у нас с вами ментола. Это оттенки зелени, изгороди, ксада. Ну и, конечно же, яркий желтый цвет. Это цвет у нас с вами такой, знаете, пробуждающий. Это главное предложение дня. 2499 рублей. И, конечно же, сегодня можно получить подарок.